Среди гостей были замечены солисты группы M-Band. Поклонники только привыкли к новому составу группы, но парни шокировали громким заявлением. Неужели M-Band покинет еще один участник? Поговаривают, что самый младший участник бойз-бенда Никита Киоссе совсем скоро может вступить в ряды военнослужащих. Даже боюсь представить, что же тогда будет с поклонницами M-Band. Расскажите, куда Никиту дели? На самом деле, очень забавная история, потому что Никита поехал одновременно и в военкомат, и готовится к ЕГЭ. В общем, у него сейчас очень сложный период. Да. Не боитесь, что его в армию заберут? Да нет, ну максимум обреют только, напугают, приедет лысый, ничего страшного. С учетом того, что мы любим экспериментировать со своим имиджем, то я думаю, если Никита приедет лысый, то будет даже круто.